Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Сегодня поиграем в битву Лигу Хаоса. Ну что ж, давайте с вами откроем, наверное, новенький постер. И что у нас здесь? Так, деньги, марсиане и кэптен. Ну что ж, это хорошо. Кэптена я, кстати, могу с вами, наверное, усилить. Сейчас мы это глянем. Так. Ну что ж, давайте тогда, ребята, посмотрим нашего, так сказать, капитана. Да-да-да, ребят, мы можем у нас... Кстати, у нас денег-то всего 200 золотых монет. Это, конечно, очень мало. Ну что же, а насколько у нас стоит на... Так, соточку, в принципе, да, ребята, я думаю, что стоит. Она нам пригодится в дальнейшем. Так, отлично, получает она 4 уровень у меня. Так, повышаются у нее параметры. Ну что ж, довольно неплохо. И, наверное, мы... Я не знаю, стоит ли ее ставить-то. Давайте, наверное, вместо флебустьеров, скорее всего. Или вместо вот этой. Да, давайте вот так вот сделаем. Посмотрим, как у нас пойдет дело. Ну что же, думаю, что пора с вами. Хотя мы можем открыть еще один тостер. Но мы этого делать не будем. А пойдем сразу в бой. Так, интересно, кто там против меня будет? Ага, опять мы на Тортуге с вами. Ага, и у него, извините меня, не как у меня лазеры, у него стоят пушки. Ладно, давайте тогда присмотримся к нему. Так, пока он выжидает чего-то, там не могу понять чего. Ну, мы-то тоже вот так вот тогда сделаем. Пускай мои пиратики идут бомбить. Смотрите, что-то он никого не вызывает, а? Минотавр. Так, сейчас, если что... вызвал марсианина он. Ладно. Так, пошел мой циклоп. Ну-ну-ну-ну. Черт подери, они сейчас забомбят. Забомбят мне циклопа. Ай, не помогает это ничего. Блин. Эти мелкие марсиане, как они бесят меня, если честно. Давай-давай-давай, кэптен, выходи. Потому что летающие, они и есть летающие. До них наземным войскам не достать. Давайте поставим вот эту вот башенку пирата. Ох, сейчас он мне, по-моему, снесет, ребята. Да, он сносит первую мою башню. Так, ладно, не будем расстраиваться пока раньше времени. У меня готовы горгульи, но я не буду их тратить. Давайте тогда ядро бросим. Отлично, хотя бы так. Ну что, ребята, у него тоже осталось... одна башня, но, извините, у меня главная моя база практически уничтожена. Он еще и вызывает минотавра. Придется вызывать фульбустьеров. Ой-ой-ой-ой-ой. Что сейчас будет, ребят? Скорее всего, я здесь проиграл. Да, Хельсинг. Хельсинг делает свое грязное дело вместе с минотавром. Ладно, проиграл. Ничего не поделаешь, ребят. Не все же время выигрывать. Продолжаем тогда. Ничего хорошего я не получил. И формацию я менять не буду. Оставлю ту же самую колоду. Да, ну я, конечно, лопухнулся там в одном моменте. Вы, наверное, уже поняли, в каком. Не надо было мне так делать. Ладно, впредь я думаю, что этого больше не повторится. Ну что, давайте горгулей бросим на разведочку. Что он там предпримет? Все равно, смотрите, стоит. Ага, марсиане. Блин, как они меня бесят. А вот, если честно говорю, вот самые бесявые. Так, ну-ка, минотавр, давай с разбега, разбегайся. Ёлки-палки, он этого динамитчика вызвал. Оу, циклопа, вот это вот плохо, ребята. Давайте его контрить. Мы не должны его допустить до нашей базы. Черт подери, что он творит, а? Просто уничтожает всех. Давай, кэптен, вся надежда на нее сейчас в данный момент. Ладно, вроде бы пока отстояли, так сказать, честь нашей базы. Давайте, пиратики, бомбите. Так, он вызывает самурая и марсианинов. Какой нам ответ, а? Ядро, что ли, кидануть? Давайте сделаем так. Получите, гады. Так, ждем, 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 ребята, у нас от карт по картам. Давайте вот этот домик. Пускай пираты компостируют ему мозги. По две штуки все-таки выходят. Довольно неплохо. Нет, я все-таки, наверное, заменю фульбустьеров. Они мне не очень нравятся. И толку от них здесь мало. Так, минотаврик. Давай, давай, разбегайся, разбегайся.
бомби этого циклопа. Ну что же. Блин, здесь всю малину портит вот этот вот подрывник. Ё-моё, он ядро бросил, но, естественно, он уничтожает домик. И он еще вызывает Франкенштейна. Совсем плохо, ребята, совсем все очень плохо. Самые бесявые у него карты, если честно. Франкенштейн очень мощный, я вам сразу скажу. И по атаке, и он оглушает вокруг себя, когда делает удар моих юнитов. И он еще и при этом ржет, а? Вы увидели? Он мне сейчас помахал ручкой. Ну ладно. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Черт, подрывник, а подрывник. Ну давайте, давайте, давайте. Нет, он сейчас взорвет. Да, тут, конечно, вот этот бомбер уж очень и очень сильный, я вам скажу. Просто нереально какой-то, блин. Даже в Clash Royale не такой, как здесь. Здесь просто взрывает на раз. Чертов циклоп сейчас снесет, наверное, мне базу. Давайте строить еще один домик. Пускай они просто будут бежать толпой. Оу, все, походу дело, ребята, тут кранты мне. Ничего. Во, волна еще. Так, ну ладно, циклопа одолели. Тут осталось Кэптен. Слушайте, а может быть еще не все потерянное? Мне бы надо уничтожить... Оу, щет. Вышел циклоп. Нет, ребят, здесь я опять проиграл. Ну, посмотрите, что делает, а. Мне не хватило буквально немножко уничтожить его, как сказать, базу. Не базу даже, а вышку. Тогда можно было бы еще что-то сделать. Ну, а так я, конечно же, проиграл. Так, ладно, поехали дальше. Что у нас здесь получится? Не знаю. Так, опять мы с вами в Каире. Ро против нас играет. Ну что ж, давайте посмотрим. Ожидаем противника. Он там подготавливается, видимо. Штаны свои подтирает. Ну что же, пробуем, пробуем, ребята. Естественно, пошла тяжелая у нас пехота. Это и Минотавр, это и Кэптен. Он вызвал самурая. Так, идут гаргульи. Естественно, нам нужны стрелки. Так, отлично. Вроде бы как справились. Ну что же, ставим домик пиратов. Так, он вызвал повариху. Ладно, повариху сейчас несем. Ну, так, ядро что ли кидануть? Нет, не будем. Мы пока подождем, ребят. Давайте Минотавра. Он сейчас с разбега, если что, должен снести. Хотя он переключится на Хельсинга. Но, тем не менее, с удара его сносит. И он вызвал Минотавра. Черт, его Минотавр моего победил, а? Ну как так? Сейчас задавим его толпой, ребят. Задавим. Ну, отлично. Тратит он на нас ядро пушечное. Так, и... Давайте, давайте, давайте. Блин, откат, откат. Давайте, может быть, еще один с вами домик поставим вот здесь. Чтобы они атаковали его с двух сторон. Вот, и, как говорится... Да, я не спорю, они очень-очень ватные, эти пиратики, но досаждать очень сильно любят. Так, мои горгулечки справились с его самураем. Так, ну этого мы тоже сейчас законтрим, никуда этот циклоп не пройдет, нас тут слишком много. Так, отлично. Кэптен у меня потихоньку бомбит вышку. Так, довольно неплохо, ребят, смотрите, смотрите, что мы делаем с главной базой. Он вызывает Минотавра. Но почему-то мне кажется, что... Нет, успел, успел он все-таки разобрать. Нет, мои ребята уничтожили вышку. И думаю, сейчас мы победим. Да, ребят, победа за нами. Как вы видели, два пиратика достреляли главную базу. Ну, все хорошо. И это уже радует. И мы с вами получаем сундук. Хотя нет, мы ничего не получаем. У меня здесь все пока забито. Так что нам только остается опять идти в бой. Хотя мы можем открыть вот этот вот синий за кристаллы. Но стоит ли оно того? Так, здесь у нас что? Сюрикены, песчаная буря и НЛО. Карта эпическая. У меня не хватает денег. Так. Не знаю, что это за песчаная буря. Но, честно говоря, мне пока и без нее нормально. Так, поехали с вами дальше. Будем смотреть... Что нас там ждет впереди. И у меня сейчас такая схема, ребят. Я выставляю вот эти вот домики пиратов. И за счет них, в принципе, я контрю врага. Но почему-то не всегда у меня получается это.
ожидания. Ну-ка, что мне тут дадут? Вот видите, не люблю, когда вот такую дают тяжелую руку с самого начала. Ладно, давайте, наверное, с вами выставим Минотавра. Вот он домик, какой мне нужен в данный момент. Так, повариха вышла. Ну, в принципе, повариху мы разберем. И циклоп. Циклоп идет под прикрытием скоробеев. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, ах ты, елки-палки. Но все-таки не успел он у меня всех добить. Давай, Кэптон, во главе мелких пиратов иди. И ты должна, по идее, мне дойти и не... Да что ж такое-то, а? Он тратит ядро. Ладно, терпим, ребята, давайте вызываем циклопа. Успеет мой циклоп дойти? Нет. Какой же он медленный, а, неповоротливый. Так, нет, должен, по идее, снести, ребята. Да. И он вызывает опять этого Франкенштейна. Не, ну с такими-то, конечно, картами, как Франкенштейн, бабка-повариха, у меня их просто нету, поэтому я элементарно из-за этого только и проигрываю. Вот, а будь у меня такие же карты, или хотя бы мы на равных, еще кита бросил, значит, довольно хорошая у него коллекция карт. Кит, это, ребята, он уничтожает любое здание, типа пущенного ядра. Так, ладно, Кэптен моя идет, и здесь горгульки. Так, ну давай, домик, стройся. Отлично, сейчас мы будем его контрить пиратами своими. Так, Кэптен моя погибла. Что он делает? Волну. Не понимаю, для чего он это сделал, если честно. Что-то хотел себе отсрочить. И, видимо, он на что-то себе копит, ребята. По ходу дела. Да, он копил, видимо, на циклопа. Честно говоря, не пойму. А, и циклоп, и бабка-повариха вышла. И еще два стрелка пирата. Да, хорошая комба, тут ничего не скажешь. Ну, давайте, добейте вы эту бабку, отлично. Тратит он ядро, уничтожает домик пиратов. Ладно, мы новенький с вами поставим. Чтоб жизнь малиной не казалась. И вызываем двух пиратов. Ты смотри, а, как ему не нравится мой домик. Снес. Он вызвал еще раз кита, только для того, чтобы не было у меня пиратов. Ну, я не знаю, теперь, ребята, я думаю, что все, здесь ему крышка. Так, давайте вызываем пиратов опять же, и они будут контрить циклоп. Циклоп здесь уже ничего с нами не сделает. Так, вот бабка, это плохо, давайте-ка, мои горгульки, постарайтесь на славу. Так, все-таки он уничтожил, а? Он уничтожил мне одну башню. Но в любом случае, ребят, победа за нами. По истечению времени, как вы видите, у меня преимущество. И я побеждаю. Да, этот бой, я скажу вам, был достаточно хорош. Так, 25 очков я получаю. Получаю 14 монет. Да пошел ты! Как его зацепило-то, ребята, а? Он захотел реванш. Нет уж, перебьешься. Так, что у нас тут по деньгам? Денег очень мало, всего 133 голды. И самоцветов тоже очень мало, всего 6 штучек. Да. Ладно, ребята, формацию я свою менять не буду. Пойду такой же колодой, как у меня и есть в данный момент. Потому что я даже ничего менять не могу элементарно, потому что даже карт нету. Остается вот все, что у меня есть сейчас вот с собой в колоде. Это самые такие топовые для меня сейчас карты. Так, отлично, ставим сразу домик. Это моя стратегия, ребята. Честно говоря, я хочу еще получить этот саркофаг. Вот это было бы вообще замечательно. Если бы он у меня был бы, я бы его контрил просто с двух сторон. Они как раз очень... Вот, кстати, вот в данный момент вы видите, что он сделал. Он поставил саркофаг и домик пиратов. Кстати, вот такую стратегию я и хотел принять. Вот он сейчас меня просто будет докапывать с двух сторон. И я думаю, здесь я, скорее всего, проиграю. Так, давайте домик сюда поставим. Лучше их вместе не ставить, потому что если он бросит, предположим, ядро, то он мне просто-напросто снесет сразу два домика за один выстрел. Поэтому лучше вот так вот, в разные стороны. Так, елки-палки, их тут слишком много. Ребята, боюсь, здесь я проиграл. Смотрите, что он творит. У него и саркофаг этот стоит, и домик этот пиратский. Я просто не справлюсь. Он меня душит. Душит с двух сторон.
Ну, давайте попробуем, конечно, выставить домик. Хотя вряд ли меня это спасет. Эти пираты сейчас расфигачат его, естественно. Причем довольно быстро. Нет, нет, ребят, давит. Это уже заведомо проигрышная, как сказать, бойня. Ядро, вот ядро есть, но если я буду на него копить, пока оно сейчас... Можно было бы стрельнуть, и тогда уничтожил бы, в принципе, сразу бы две вещи. И саркофаг, и домик пирата. И тогда, возможно, бы я победил. Но, извините меня, пока я буду его копить, он просто-напросто мою базу снесет. К ядре не фени. Так, тут еще выходит циклоп. Так, ну что же. Хорошо, отлично, ребят, мы сравняли шансы. Давай. А, делает волну. Ёлки-палки, немножко не хватило нам, смотрите, добить домики. Ну, давай, пираты. Черт, смотрите, как он там пыхтит. Как он хочет, просто хочет выиграть. А я не хочу проиграть. Поэтому у нас тут ожесточенный такой бой. Франкенштейн вышел, это очень плохо. Вызывает марсианинов он и флибустьеров. Нет, это не флибустьеры, ребята, это обычный пират. И он не сносит. Сносит, к сожалению, базу. Не базу, а вышку. И здесь я, скорее всего, ребята, продую. Все, циклоп пошел. Черт подери, где ядро? Где ядро? Мне нужно ядро обязательно. Ну, пока. Так, давайте быстрее вот так сделаем тогда. Раз уж у нас откат по домику. Ну, ну, да добейте вы. Полетело ядро, не успеет, да, по времени? Нет, успел, ребят, я успел уложиться. Черт, он Франка вызвал, блин. Плюс горгули. Тут уже все, ребят, тут, наверное, уже кранты. Действительно, на самом деле. Хотя мы можем еще побороться за ничью, если я... вот так вот давайте попробуем сделать. Но, честно говоря, тут очень-очень-очень мало шансов. Да, сглупил я, конечно, поставив домик пирата именно туда, на его точке. Это была моя большая ошибка. Не надо было на него тратиться. Черт подери. Но, тем не менее, было довольно захватывающе. Так, ладно, давайте продолжим с вами. Так, что у нас здесь есть? Хватит, да, нам еще как раз на один бой, и все будет пучком. Пока я три боя, ребята, к ряду проиграл. Как это не прискорбно, но вот так вот получается. Будем надеяться, что здесь я все-таки вырулю. Против Уэлса я играю. Так, у него две башни. Так, давайте ставить домик. Блин, где бы мне взять саркофаг, а, ребята? Из колоды он пока не выпадает. О, ну видите, он в первую очередь уничтожает пиратов, потому что он знает, что эти такие ребята будут просто нервы ему компенсировать. Флибустьеры. Нет, не помогает. Потому что вот эти горгули достающие, они летают. Их, естественно, нужно стрелять стрелковым оружием, убивать. А у меня есть стрелкового что? Только вот эти вот два пиратика. Да, два пиратика. Ну и еще есть, конечно, Ван Хельсинг. Но я его, честно говоря, в колоду не беру, потому что он стоит дорого. И на мой счет он здесь вообще малоэффективен. Че творит, а? Че он творит? Уничтожил здание с пиратиками мне. Ладно, давай, Кэптон, отвлекай на себя огонь. Да черт подери, он вызывает этих горгулей. Ну-ка, стрелки, бомбаните всех горгулей. Нет, 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 не получилось, чего я хотел. Так, 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 откат, откат. Давай, давай, Минотавр, выходи. Гаси эту бабку. Нечего эту сковородкой махать. Так, мы сносим самурая. Кстати, он сейчас нехило протратился по мане. Очень неплохо, потому что он выкинул и бабку, и самурая. Но почему-то он быстро накопил себе на Франкенштейна довольно. Ладно, давайте попробуем так. Сейчас Франк будет отвлекаться на него. В то время я хоть немножко, наверное, успею подкопить. О, это хорошо сделал, что Франкенштейна под выстрел подставил. Даже очень хорошо. Так, он переключился на пиратов. И есть, есть небольшой шанс, ребята, есть. Или же нету. В общем, тут заваруха такая идет довольно нехилая. Давайте еще один домик поставим с вами. Так, Минотавр бежит. Ёлки-палки, он сейчас... Слушайте, он переключился на моих пиратов и тем самым сбил себе разбег.
Так, горгули мои. Нет. Ну, все-таки они сделали какую-то долю своего, так сказать, назначения. Они убили Минотавра. Хоть и сами пали. Так, давайте еще домик пирата. И вот когда будут выходить вот так. Блин, а тот у меня закончился. Жаль, жаль, конечно же. Так, ну что, теперь я думаю, все, ребята, Масуха, я его задавлю. Так, он ничего не предпринимает. По ходу дела, ребята, он просто сдался уже заведомо сразу же. Видите, он никого не стал выставлять. Видимо, понял, что здесь все тухло. И проиграл мне. Что ж, довольно неплохо, я считаю. 3-2 у нас счет, по-моему, да, если не ошибаюсь. Да, что-то типа того. Так, скоро я получу уровень, ребята, 4-й у меня будет. И это хорошо. Так, и через 37 у меня откроется, через 37 минут откроется сундук. Так, таблица лидеров. Ну что ж, тогда давайте на этом я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр, мы обязательно увидимся с вами в следующих сериях. Ну а на этом все, всем пока и удачи вам!